На самом деле вообще нужно понимать и простым языком людям объяснять, что проект «Украина» задумывался как антироссия, то есть против всего русского, против России. И самое главное для его реализации, самое главное, это уничтожение православия. Вы что, не знаете об этом, что ли? Мы не хотим, чтобы у нас повторилось то, что было на Украине. Мы не хотим, чтобы у нас был Майдан. У нас может быть черный Майдан. Здравствуйте, уважаемые товарищи! То буквально пару дней назад произошло. По школам Украины в приказном порядке пошло требование согреть солдатов АТО. Как? Кровь российских младенцев. Это сок такой они наливают. Вы что, не знаете об этом, что ли? Рядом с Россией, граница с Россией, разрушен памятник воинам Великой Отечественной войны. Житель соседнего села берет стройматериал, идет этот памятничек пожилой человек ремонтировать. Идет мимо украинского поста, блокпоста. Его останавливают и заставляют кричать «Слава Украине!». Он отказывается. Его били так, что патологоанатоп, который потом показывал тело родственникам, показывал отпечатки армейских ботинок. Ну, это еще не все. Ставили на колени, он отказывался, прострелили ноги. И это не все. Добивали тремя выстрелами в грудь. Расскажите им! Вы что, не знаете об этом, что ли? Я вам приведу небольшие примеры, где я сам лично был, Нижняя Крынка. Когда насиловали 12-летних детей со связанными руками. Со связанными руками, и их просто-напросто зарывали. Вы хотите, есть какая-то армия? Да нет, нет этой армии, нет. Те ужасы во Львове, которые происходят до сих пор, они вдохновлены тоже униатами. Мы же знаем, Виктор Петрович, ведь именно там поставили на колени беркутовцев. А что произошло с теми, кто не встал на колени? Ну, известная информация, она подтверждена на 100% о том, что те беркутовцы, которые отказались присягнуть хунте, которая пришла к власти сейчас нынче в Украине, я знаю, это достоверная информация, забаррикадированы и сожжены заживо. Далее. Виктор Николаевич, этим не закончилось. Да. Этим не закончилось, потому что я хочу сказать следующую вещь, что так называемый валообразный процесс формирования из Украины врага России, так, он продолжается с 17 года. Сначала это был национал-коммунистический критерий, обратите внимание, интернационализм для всех и национальные кадры. Теперь с помощью нанятых ахверистов и проходимцев решили повторить свой людоедский эксперимент над нашей страной. Затягивая нас Евросоюз. Вы что, не знаете об этом, что ли? Обычная запорожская школа, номер 106. Детям, маленьким деткам в 3-4 классе учителя предлагают на уроке природоведения кормить синичек, потому что они желто-синие, украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей, потому что снегирь вот – это птица, символизирующая клятую Россию. Понимаете? Что случилось? Что? Что такое, дорогой? Птичку жалко. Вы знаете, я нашел ответ, кто вчера разрушал памятник Ленина. Я нашел его у Киплинга, и если позволите, я процитирую. «Послушай, человеческий детеныш, я учил тебя закону джунглей, но у бандерлогов нет закона. Бандерлогов много, они не имеют стыда. Если у них есть какое-либо желание, то именно стремление, чтобы в джунглях их заметили». Слышь ты, сука, я школ. Это бандеры, ебаные. Ебаные бандеры. Ну что можно сказать в этом случае? Можно, знаете, что сказать? Можно сказать в конце: идите ко мне, бандерлоги. С детства люблю Киплинга.